игрульки. По игрульке. Догони его теперь. Накостыляй ему, девка. Да. Что ты там уже нашла? У больших что-то скоммуниздила. Да, мама, Изикин, конечно, хочет к мамке. Мама, конечно, мама. Ну да, ты, конечно, мама. Чего они тебе? Обижают, что ли? Нет, я же видела, они тебя не обижают, они с тобой дружат. Иди играй с ними, иди моя по дикушечке, по игрушечке. Ну, я-то, конечно, хорошо, я тебя поглажу, но, мил моя, иди-ка к своим. Бум. Что ты там нашла? Что ты там увидела? Что ты там увидела? Ты такая кошка ласковая стала. Ну что такое? Ну зачем тебе мамка? У тебя есть другие кошки. Да. Вот тебе обязательно надо, как они, чтобы, да, прийти, тебя погладили. Ой, совсем как они становишься, да? Ну что такое? Иди с ними поиграй. Да, и Киара, и тебе надо, да. Вы соревновать начните друг другу. С ума сошли? Вам уже не должна я нужна быть, да? Вам уже должно быть вместе хорошо. Вот так, да, вместе хорошо. Киара, я не люблю кого-то больше из вас, кого-то меньше. Я всех люблю одинаково. Прекратите эту ревность. Сейчас еще Зевс начнет вас гонять от меня. Ну, идите сами, давайте, сами-сами. Давай сама иди играйся.